Автор рукописи «Фатхнома» – «Книга побед» – мулла Мухаммад Шади, живший в XVI веке. Написано произведение на таджикском языке. В нем описана история Центральной Азии, в частности, события, связанные с жизнью и деятельностью Шейбани Хана в Дашти-Кипчаке, Маверанахре и Хорезме за период до окончательного подчинения им Самарканда в 1501 году. Переписчик рукописи неизвестен. Переписано в XVI веке почерком «Насталик» типа «Герати».